Шановні друзі, вдячний вам за те, що ви з'явилися вчасно на наше побачення. Ми вітаємо вас, перш за все, з цим святом, святом нашого побачення у прямому ефірі. Для нашої творчої групи це завжди справжнє свято, тому ми дуже ретельно готуємося до нього. Це торкається і гостей нашої вітальні, які зробили нам сьогодні честь. Вони напоготові з вами спілкуватися. Ви маєте змогу привітатися з глядачами. Добрий день, товариші телезрителі, так я по привичці, товариш. А, це мені товариш. Да. Значить, сьогодні, звісно, приємно поздравити наших педагогів з Днем Учителя, який от буквально сьогодні вже почали відмічати наші педагоги. Хочеться вспомнити, звісно, ветеранів, пожелати їм здоров'я, всього самого хорошого. Ну і молодим педагогам удачі на цьому поприщі. Да. Ну, я хочу доповнити немножко це поздравлення. Хочу пожелать учащимся, чтобы у них были хорошие педагоги. И педагогам пожелать, чтобы у них были хорошие учащиеся. И, наверное, символично, что мы продолжаем наш цикл уроков именно по таким датам. 1 сентября поздравляли учащихся, сегодня поздравляем учителей. Тобто, певною мірою, мы в данном випадку теж вчителі, бо ми ведемо уроки. Уроки боротьби з гіперзлочинністю. Кіберзлочинність. Я обмовився, але ця обмовка, бачите, вона характерна, бо кіберзлочинність вже досягає гіпермасштабів якихось. Так? Іноді буває характерна обмовка, бо на рівні підсвідомості так сприймається. Отже, будьте уважні, бо в даному випадку ми всі не тільки школярі, ми вчителі, вибачайте, але ми всі школяри. І маємо вчитися цій справі. Що стосується героїв нашої передачі, я вже їх представив, а тепер давайте познайомимося, можна так сказати, з антигероями нашого часу. Це саме ті кіберзлочинці. Рейтинг із 10 самих опасних хакерів в історії. Компьютерные технологии уже давно и прочно вошли в повседневную жизнь человека. Время от времени весь мир узнает о существовании гениев программирования, применяющих свои знания для масштабных и законных операций. Рейтинг из 10 самых опасных хакеров в истории откроет вам их имена. Номер 10. Владимир Левин. С помощью простого модемного соединения в 1994 году русский хакер получил всемирную славу. Левину удалось преодолеть защиту американского Ситибанка и перевести на свой счет 10 миллионов долларов. Вскоре его поймали и осудили, но стать знаменитостью кибермира Левин успел. Номер 9. Роберт Моррис. Благодаря этому хакеру на свет появился первый компьютерный червь. Вредоносная программа, известная как «Червь Морриса», быстро и бесконтрольно распространялась по интернету, выводя из строя тысячи компьютеров. Роберт выплатил штраф в 10 500 долларов и был приговорен к 3 годам испытательного срока. Сегодня Моррис занимает должность профессора в Массачусетском технологическом институте. Номер 8. Дмитрий Зубаха. По требованию Интерпола в 2012 году на Кипре был задержан россиянин Зубаха. Его обвинили в организации массовых DDoS-атак на серверы крупных мировых онлайн-магазинов Amazon, eBay и Priceline. Сегодня Дмитрий находится под стражей в России. Номер 7. Джонатан Джеймс. Осуществить мечту многих хакеров и взломать сервера НАСА и Министерства обороны США удалось 16-летнему подростку Джонатану Джеймсу. Он же стал первым несовершеннолетним, осужденным за киберпреступление. Благодаря возрасту Джонатан отделался всего лишь 6 месяцами домашнего ареста. Правительство США оценило ущерб от действий хакера в размере 1 миллиона 700 тысяч долларов, ведь он украл очень много ценных секретных файлов. Номер 6. Дмитрий Галушкевич. В 2007 году 20-летний хакер из России сумел на несколько дней оставить без интернета всю Эстонию. В стране не работали банкоматы и правительственные сайты. Крах грозил финансовой системе. Виноват оказался Дмитрий Галушкевич. Его действия были ответом на демонтаж советских памятников в Эстонии. Хакера оштрафовали на 1500 долларов. Номер 5. Гэри МакКиннон. Хакер из Лондона
прославился, взломав 97 компьютеров и систему Минобороны США ради поиска информации об альтернативных источниках энергии и существовании НЛО. Попутно он стер важные файлы на серверах. Ущерб оценили в $700 000. В США не удается добиться экстрадиции Гэри из Англии, так как его адвокаты утверждают, что у него синдром Аспергера. Номер 4. Кевин Полсон. Известный под ником Dark Dent, хакер впервые заявил о себе, сфальсифицировав звонки на радиостанцию KISS, благодаря которым он выиграл поездку на Гавайи и автомобиль Porsche. Позже Кевин взломал базу данных ФБР, за что был посажен на 5 лет в тюрьму. Сегодня Dark Dent – главный редактор знаменитого журнала о технологиях Wired. Номер 3. Эдриан Ламо. Этот хакер взламывал компьютерные системы просто ради удовольствия. Он работал в кафе и библиотеках, за что получил ник «Бездомный хакер». Эдриан проникал в сети множества компаний, в том числе Bank of America, New York Times, Microsoft, Yahoo, Citigroup, но ничего не воровал, а сообщал руководству о найденных уязвимостях. Хакера поймали и приговорили к 6 месяцам домашнего ареста. Сегодня Ламо работает консультантом по безопасности. Номер 2. Кевин Митник. Человек, чье имя в 90-х годах стало синонимом слова «хакер», начинал с мошенничества с автобусными билетами. Позже Кевин переключился на компьютеры, он взломал сети компаний Motorola и Nokia, систему противовоздушной защиты штата Колорадо, занимался воровством программ Digital Equipment Corporation и даже проник в защищенную сеть Пентагона. После 2 лет преследования ФБР удалось поймать Митника, и он провел 5 лет в тюрьме. Теперь Кевин – серьезный консультант по безопасности, выпускает книги и ведет лекции по всему миру. Номер 1. Алексей Белан. Список самых опасных киберпреступников возглавил гражданин России Алексей Белан, более известный под разными никами, среди которых Федюня, Абервалк, Маг. В 2012-2013 годах Алексей взломал защищенные компьютерные сети 3 крупных онлайн-магазинов в США с целью хищения учетных записей и паролей миллионов клиентов, а потом начал искать покупателей на выкраденную информацию. ФБР дважды выписывало ордер на арест Белана, нынче цена за помощь в его поимке составляет $100 000, но хакер-легенда еще на свободе. Отже, між цим відеоматеріалом досить виразним, взагалі до нас ще ми не звикли до цих явищ, і тим матеріалом, який ви принесли для подальшого, є в нас десь 5 хвилин, він, це потребує певного коментаря. Ну, мы показали определенной степени лицо хакеров, которые были, так сказать, самыми выдающимися в какой-то степени в отрицательном на сегодняшний день. Ну, а если вспомнить буквально события последних дней, то у нас и в средствах массовой информации уже отмечалось, что буквально вот прошлой, позапрошлой ночью многие владельцы, так сказать, банковских карточек получали сообщение с просьбой связаться с банком. Вот, по поводу того, что у них какие-то проблемы со счетом и так далее, и так далее. Значит, ну и хакеры изменяли 3 последних номера цифры настоящего телефона банка. Люди звонили, попадали на хакеров, и те их, так сказать, разводили с вопросом получения пин-кода, номера счета и так далее, и так далее. А утром уже оказывалось, что у людей денег на счету не оказалось. Ну, не все, конечно, клюнули на эту уловку, но, к сожалению, сколько не предупреждают наших, так сказать, клиентов банков, никому никогда не говорить ни пин-код, ни номер счета, и такие вопросы никто не может им задавать. Но, тем не менее, и мы об этом уже на передаче говорим где-то 3-й, 4-й раз. Но, к сожалению, люди идут на эти уловки, поддаются социальной инженерии наших хакеров. Ну и последний тоже еще был развод, где-то неделю тому назад, вдруг поступает на счет среди ночи 10 гривен, и человек смотрит, что такое непонятно. 10 гривен на счет пришло, тут начинается звонок, у вас тут проблемы со счетом, какие-то деньги начали к вам поступать непонятно, откуда, что вы там, с кем вы имеете дело. Ну, люди растерялись, значит, да. Ну, давайте проверим ваш счет, потому что счет мы вам сейчас закроем, и тут тоже тема для развода. И многие попались на эту уловку тоже. Вот такие два простых, казалось бы, способа
за владение информацией с применением социальной инженерии. Вот два слова про те, перш за все, чому це відбувається здебільшого вночі, перше. І друге, як відрізнити справжнє телефонування банка до клиента від такой авантюры? Дело в том, что банк обычно так никогда не звонит. Вот, это раз. А во-вторых, если поступает сообщение с банка, то у каждого на телефоне есть, так сказать, ну, чат банка. И туда поступает сообщение от этого банка. Вот, да? А если это поступает отдельное сообщение, да, отдельное письмо приходит, то это уже 100% это не банк. Вот пенсионеры знают, им пришла пенсия, он открывает, там у него есть этот чат, где сообщение о счет-банк. Это идут, естественно, перечисления со счет-банка. А если поступает отдельное сообщение, не входящее, это 100% не сообщение. И в то же время никогда банк не будет задавать таких вопросов. Даже это же вы договор, когда подписываете, когда карточку вас там предупреждает, ни в коем случае никогда никому не сообщать. Поэтому такого и быть не может. И еще несколько слов про то, что мы сейчас побачим, бо вы попрацювали и фактично вы сделали вот эти сюжеты. Вы имеете в виду то, что мы видели? Нет, то, что мы будем сейчас видеть. То, что будем сейчас видеть, да. Но это у нас как бы повторение мать учения, как бы немножко углубленный урок первого урока по кибербезопасности для школьника, который у нас был 1 сентября. Вот он немножко более углубленно повторяется в редакции других уже педагогов. Я думаю, что может интересно освежить памяти, еще раз напомнить, какие уловки пользуются хакерами. Вот. И польза с этого в любом случае есть, потому что есть смысл повторить в разной интерпретации один и тот же вопрос, оно лучше откладывается в памяти и запоминается. Отже, урок продолжается. Увага на экран. Здравствуйте, друзья! Все мы пользуемся интернетом. Он закрепился во всех сферах жизнедеятельности человека. Да и как может быть иначе, если это так удобно? Учиться стало проще. Легко найти нужную информацию к уроку. Можно записаться на курсы и посещать их, не выходя из квартиры. Нужно красивое платье или костюм на выпускной бал? Заходишь в интернет-магазин и одним нажатием оформляешь заказ, который через несколько дней привезут прямо домой. Забронировать билеты в театр, посмотреть любимый фильм онлайн – все это стало возможно благодаря интернету, не говоря уже об общении, которое стало намного проще, ведь теперь можно не только услышать, но и увидеть своего собеседника на экране компьютера, даже если он находится на другом континенте. К сожалению, у каждой медали есть обратная сторона, и пребывание в интернете может принести нам не только пользу, но и большие неприятности. Ведь злоумышленники, так же как и мы, используют все преимущества интернета, а значит под угрозой могут оказаться личные данные, имущество, деньги, здоровье и даже наша жизнь. Так что же делать? Отключить интернет и никогда больше им не пользоваться? Конечно же нет. Необходимо соблюдать те несложные правила, о которых мы узнаем сегодня. Цель нашего урока – сделать путешествие в интернет максимально безопасным и полезным. А для начала познакомимся с историей возникновения интернета. К сожалению, создавали интернет не в мирных целях. В самый разгар холодной войны Соединенные Штаты Америки захотели иметь сеть, которая смогла бы пережить даже ядерную войну. В 1969 году агентство Министерства обороны США по перспективным исследованиям была создана сеть ARPANET, ставшая прототипом сети интернет. Экспериментальная сеть соединила 4 узла – Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, Калифорнийский университет в Санта-Барбаре, Исследовательский университет Стэнфорда и Университет штата Юта. Первое испытание технологии произошло 29 октября 1969 года. Сеть состояла из 2 терминалов, которые должны были быть максимально удалены друг от друга, чтобы проверить систему в максимальных режимах. Первый терминал находился в Калифорнийском университете, а второй на расстоянии 600 км от него в Стэнфордском университете.
Тестовое задание заключалось в том, что первый оператор вводил слово «логин», а второй должен был подтвердить, что он видит его у себя на экране. Со второй попытки эксперимент завершился успехом. За несколько лет сеть постепенно охватила все Соединенные Штаты и продолжила стремительно развиваться. В 1971 году создали первую программу для электронной почты, а в 1973 году через трансатлантический кабель к сети подключилась первая иностранная организация. В 1989 году зародилась концепция всемирной паутины – World Wide Web. В 1990 году Советский Союз вышел в интернет с доменом SU. С 1991 года всемирная паутина стала доступна в интернете, и у многих пользователей интернет стал отождествляться с World Wide Web. В 1993 году появился первый браузер. А в 2011 году была принята резолюция ООН, признающая доступ в интернет базовым правом человека. Давайте рассмотрим те угрозы, с которыми мы можем столкнуться во время путешествия по интернету, и научимся их преодолевать. Технологические угрозы – это риски, связанные с использованием технических устройств, программ и каналов связи. Для работы в интернете мы используем различные устройства – компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны, телефоны. Сейчас к сети можно подключить даже бытовую технику. И каждое из этих устройств для длительной и бесперебойной работы требует соблюдения правил эксплуатации. В противном случае вы можете не только испортить само устройство, но и утратить информацию, которая на нем хранилась. Поэтому всегда внимательно читайте и выполняйте инструкции к вашим гаджетам. Неправильная эксплуатация может нанести серьезный вред физическому и психическому здоровью. Но в уроках информатики вы два раза в год повторяете правила техники безопасности при работе с компьютером. Вспомним некоторые из них. Часто ребята так увлекаются играми или виртуальным общением, что забывают обо всем вокруг и просиживают часами за компьютером, вследствие чего могут быть такие последствия, как раздражительность, утомляемость, сонливость, нарушение зрения и осанки. Есть медицинские рекомендации, которые определяют нормы времени, которые можно проводить за компьютером. Чем старше вы становитесь, тем больше времени вы можете потратить на работу с компьютером. Так, в 5 лет оно составляет 1 час,
в 6-1 час 15 минут в возрасте от 7 до 9 лет рекомендуется проводить за компьютером не более чем 1,5 часа в день. Подросткам 10-12 лет 2 часа, 13-14 лет 2,5 часа. В 15-16 лет можно сидеть перед экраном 3 часа. Это максимум. Кроме того, надо помнить о необходимости делать перерывы по 10-15 минут. В школе эти требования еще жестче, и ученики 8-11 классов на уроке могут находиться за компьютером не более 20-30 минут. Чтобы сохранить здоровье, придерживайтесь следующих рекомендаций. Располагайтесь перед компьютером так, чтобы экран находился на расстоянии 50-70 см от глаз. Ноги ровно поставьте на пол, плечи расслабьте, локтями слегка касайтесь туловища. Предплечья должны находиться на той же высоте, что и клавиатура. Сидите свободно, прямо, без напряжения. Периодически старайтесь оторвать взгляд от экрана и смотреть вдаль. Очень внимательно нужно относиться к программам, которые мы используем на наших устройствах. Здесь тоже можно перечислить несколько правил. Во-первых, устанавливайте программы только из надежных источников. Скачивая программу на левых ресурсах, вы рискуете вместе с ней получить совсем не то, что хотелось, а также неприятные сюрпризы, например, в виде компьютерного вируса. Во-вторых, всегда читайте лицензионное соглашение при установке программы. Вы спросите, зачем? Кто его читает? Казалось бы, поставил галочку и устанавливай программу дальше. Но подтверждая соглашение вслепую, ты можешь оформить платные подписки или услуги, предоставить этой программе обширные права, лишиться персональных данных, стать звеном спам сети или жертвой мошенников. Помни, любые соглашения об использовании программных продуктов и услуг, даже от проверенного производителя, требуют внимательного изучения. В-третьих, вовремя устанавливай обновления. Они часто устраняют ошибки, которые допустили разработчики программ и которыми могут воспользоваться хакеры. Для этого удобно настроить автоматическое обновление программ. Как же вирусы попадают на ваш компьютер? Часто можно заразить устройство при переходе по ссылкам из писем и сообщений из неизвестных источников, при посещении сомнительных и зараженных сайтов, при клике по баннерам сомнительного содержания, при установке программ непроверенного разработчика или скачивание программ и файлов с непроверенных ресурсов. Вред может нанести использование чужих зараженных флешек. Зараженный вирусом компьютер часто совершает необычные действия, выводит на экран странные сообщения и изображения, подает нехарактерные звуковые сигналы, произвольно запускает программы и завершает их работу, перезагружается и зависает. Для того, чтобы уберечь устройства, с помощью которых вы выходите в интернет, от вредоносных программ, нужно соблюдать простые правила. Использовать современные операционные системы, своевременно обновлять программы, включив автообновление, или скачивая обновления с сайтов разработчиков и других проверенных ресурсов. Работать лучше под учетной записью с ограниченными правами, а учетную запись администратора использовать только для настройки компьютера. Это убережет от большинства заражений. Обязательно защити свой компьютер антивирусом. Лучше, если это будет продукт от известного производителя. Но даже бесплатный лучше, чем если его не будет вовсе. Желательно настроить дополнительные функции. Блокировку рекламы в браузере, функции антифишинга, блокировку всплывающих окон, режим безопасного поиска. Необходимо учитывать рекомендации программ защиты. Не заходить на сайты, которые помечены как опасные, не открывать файлы, которые блокируют антивирус. Ограничь доступ к своему устройству посторонним людям. Не используй непроверенные носители и файлы, полученные из ненадежных источников.
Даже если думаешь, что это твой друг прислал файл, лучше перезвонить и уточнить, так ли это. Ну и, конечно, лучше ограничить время работы в интернете. Живи реальной жизнью. А теперь рассмотрим безопасность линий связи, а именно беспроводной связи Wi-Fi. Сети Wi-Fi становятся все более популярны. Многие коммерческие организации предоставляют бесплатный доступ для привлечения клиентов. И мы с удовольствием пользуемся этой возможностью. Но проблема заключается в том, что в открытых и небезопасных сетях сигнал может быть перехвачен, а сеть взломана. Злоумышленники могут лишить тебя всей персональной информации, хранящейся в твоем электронном устройстве. Преступнику станут доступны пароли и другая информация. Также очень опасно оставлять свои учетные данные на устройстве, которое тебе не принадлежит. Какие правила нужно соблюдать в сетях Wi-Fi? Не передавая свою личную информацию через общедоступные Wi-Fi сети, работая в них, не вводи логины, пароли доступа и номера. Обращай внимание на значок безопасного соединения при работе с почтой и важными сервисами. Безопасное соединение обозначено замком с зеленым текстом. В домашней сети Wi-Fi используй надежные пароли и отключи ненужные функции. Используй только открытые сети, в надежности которых ты уверен. При работе с публичным устройством используй пункт «Чужой компьютер», режим приватного просмотра в браузере. Всегда используй кнопку «Выйти» при завершении работы с ресурсом. Отказывайся от сохранения пароля при работе на чужом компьютере. А теперь несколько слов о мобильных устройствах. Нужно понимать, что телефон или планшет – это не просто средство связи или красивая игрушка, а полноценное коммуникационное устройство, не уступающее по производительности и функционалу персональному компьютеру. Сегодня мобильные устройства содержат важную информацию – списки контактов, личные фотографии, видеозаписи, данные доступа к электронной почте и иным аккаунтам в сети, данные о банковских картах и платежах, имеют привязку к балансу сим-карты оператора связи. Для того, чтобы сохранить эти данные, соблюдай правила использования мобильных устройств. Установи мобильную версию антивируса на свое устройство. Установи приложение, шифрующие твои данные. Они защитят личные файлы. Устанавливай приложение только из проверенных источников. Внимательно читай отзывы пользователей. Отключи функцию автоподключения к открытым Wi-Fi сетям. Используй только защищенные Wi-Fi сети. Обязательно правильно завершай работу с публичным Wi-Fi. Внимательно изучай права, запрашиваемые мобильными приложениями. Используй только проверенные мобильные сервисы. Устройства, программы и каналы связи – это лишь посредники для общения с другими людьми. Но для успешной работы нужно уметь защищать их от взлома и обеспечивать стабильную работу. Развитие интернета и информационных технологий позволило современному человеку не только накопить огромную массу знаний, но и организовать удобный и практичный доступ для использования этой информации. Но переизбыток информации несет свои минусы. Так называемый информационный мусор мешает поиску нужной информации. Умение найти нужную информацию и определить ее источники является важной компетенцией пользователя сети интернет. А теперь рассмотрим такое понятие, как авторское право. Авторское право защищает труд автора или авторов. Оно закрепляется за автором в течение всей его жизни и на протяжении 70 лет после его смерти, а потом переходит в общественное достояние. Раньше объекты авторского права были связаны с носителями,
книга, статуэтка, картина. Но с развитием интернета некоторые авторские работы стали бестелесными. Раньше нарушение авторского права связывалось с незаконным копированием произведения, например, издание книги или выпуск пластинки без разрешения автора, и относилось в основном к издателям. Сегодня нарушением авторского права становится незаконное использование, то есть чтение и прослушивание. Акцент смещается на пользователя. Но это не говорит о том, что все станет платным. С развитием интернета авторы все чаще выкладывают свои произведения в свободный доступ. Авторские материалы обозначаются знаком копирайта с указанием автора или правообладателя. В интернете обычно указывается правила использования материалов. В любом случае указание источника и автора является признаком хорошего тона. Коммуникативные угрозы – риски, связанные с общением в интернете. Стремительное развитие интернета породило новый вид общения – виртуальное. Уже сейчас в интернете заключают сделки, дают консультации, люди общаются из любой точки мира. Но такая легкость общения породила миф об анонимности в сети. И некоторые пользователи, веря в него, позволяют себе грубость и хамство, троллинг и жестокие розыгрыши, нецензурную лексику. Запомни, анонимность сети – это миф. Следы пребывания в интернете хранятся долго. Даже прокси и анонимайзеры не помогут скрыться. Администраторы сайтов и соцсетей обладают необходимыми инструментами, чтобы вычислить реального человека. Еще больше возможностей у правоохранительных органов. За некоторые действия может поступить не виртуальное, а реальное наказание, предусмотренное законом. Если ты столкнулся с угрозами в свой адрес, агрессией, тебя оскорбляют и преследуют, делают неприличные предложения, ты стал жертвой мошенников, сообщи об этом взрослым. Или обратись на линию помощи. Не всегда угрозы носят открытый характер. Очень часто злоумышленники стараются втереться в доверие и кажутся самыми лучшими, понимающими и добрыми людьми на свете. А их комментарии очень убедительны и романтичны. А потом можно оказаться в сетях шантажа и преступной деятельности. Относись очень осторожно к новым знакомствам. Не сообщай себе никакой информации и никогда не встречайся с виртуальными знакомыми онлайн. Персональные данные – это твоя частная собственность. Их охраняет федеральный закон номер 152 о персональных данных. Прежде чем публиковать их или передавать третьим лицам, подумай, стоит ли. Ведь 80% преступников берут информацию в социальных сетях. Личная информация используется для кражи паролей, для совершения таких преступлений, как шантаж, вымогательство, оскорбление, клевета, киднеппинг, хищение. Поэтому при регистрации в соцсетях используй только имя или ник. Настрой приватность. Не публикуй информацию о своем местонахождении, материальных ценностях, не доверяй свои секреты незнакомцам из интернета. Какие возможности дают социальные сети? Можно общаться с людьми, с кучей народу, обмениваться фотографиями, рассказывать шутки, высказывать свое мнение, да о чем угодно, и видеть, что делают твои друзья. Все очень просто, но в этом-то и проблема. Иногда все слишком просто. Видишь ли, соцсеть может казаться безобидной. Но как только ты зарегистрировался, будь начеку. Сеть может быть опасным местом. Если родители разрешили тебе зарегистрироваться в сети, подойди к этому с умом. Следуй простому правилу.
не выкладывай в сеть то, что не хотел бы потом увидеть в новостях или на первой странице газеты. Например, такую личную информацию, как номер телефона, домашний адрес и где ты учишься. Никогда не сообщай людям, когда тебя не будет дома или когда поедешь в отпуск. Казалось бы, что в этом такого? Но именно этой информацией может воспользоваться вор, чтобы ограбить твой дом или даже украсть твою личность. А теперь поговорим о твоей репутации. Твои фотографии и комментарии многое говорят о тебе. Если ты просто дурачился, спроси себя, хочу ли я, чтобы люди знали меня таким, не только сейчас, но и в будущем, например, на собеседовании на работу. В Библии в притчах 22.1 говорится, что хорошая репутация дороже серебра и золота. Не надейся на кнопку «Делит». Выложить что-то в соцсеть – все равно, что написать несмывающимся фломастером. Ну хорошо, ты внимателен к тому, что выкладываешь в сеть. А теперь подумай о том, кто это увидит. Кто твои друзья? У одних сотни онлайн-друзей. У других их тысячи. И ты мог бы подумать, чем больше, тем лучше. Так? Ошибаешься. Такие мысли могут привести к беде. Видишь ли, когда ты добавляешь кого-нибудь себе в друзья, ты становишься доступным для их друзей. И для друзей их друзей. А это значит, что ты можешь получать информацию от людей, которых даже не знаешь. От людей, чьи нормы и взгляды отличаются от твоих. Они могут сквернословить или присылать что-то безнравственное. Это, конечно же, не те друзья, с которыми ты хотел бы общаться, пусть даже онлайн. Но есть и другая опасность. Псалом 26.4 предостерегает от общения с теми, кто скрывает свою сущность. Такие люди выдают себя за кого-то другого. Они могут казаться очень дружелюбными, но они опасны. Поэтому в выборе друзей нужно быть разборчивым. Самые безопасные онлайн-друзья – это те, кого ты знаешь в реальной жизни. Однако нужно учесть еще кое-что. Помни о времени. Просмотр последних постов может затягивать. Поэтому установи для себя лимит. И не позволяй твоей онлайн-жизни мешать твоей реальной жизни. Онлайн-общение может быть приятным и безопасным. До тех пор, пока ты помнишь об опасностях. Так что, заходя в соцсети, не ведите себя как дети. Хорошо подумай, какую информацию можно публиковать в интернете. Каждое действие в сети, публикации, репостинги, лайки складываются в твой цифровой портрет пользователя, который может повлиять на твою дальнейшую жизнь. Уже сейчас многие работодатели просматривают не только резюме, но и странички кандидатов в соцсетях. И уже были громкие увольнения по причине некорректного сетевого поведения. Береги цифровую честь с молоду. Веди себя корректно. Будь спокоен и уверен в себе. Не отвечай оскорблением на оскорбление. Фиксируй угрозы в свой адрес. Игнорируй единичный негатив. Используй черные списки, следи за списком друзей. В случае агрессии, угроз, особенно систематических, обращайся за помощью к старшим, родителям, учителям, администрации интернет-ресурсов, правоохранительным органам. Не очень часто пользователи сталкиваются с сетевым мошенничеством. Главная цель мошенников – выкрасть ваши логины и пароли, пин-коды, например, от банковских карт, чтобы получить доступ к реальным деньгам. Сайты подделки внешним видом и интерфейсом имитируют сайты почтовых серверов, социальных сетей, банков. Введя пароль и логин на этом сайте, вы дарите его злоумышленникам. Такой вид мошенничества называется фишинг. Вишинг – разновидность фишинга –
но пароль или пин-код пытаются получить по телефону, представившись сотрудниками банка. Часто вместе со звонком приходит СМС со ссылкой, которая ведет на фишинговый сайт. Вишинг – разновидность фишинга, но пароль или пин-код пытаются получить по телефону, представившись сотрудниками банка. Часто вместе со звонком приходит СМС со ссылкой, которая ведет на фишинговый сайт. Фарминг или скрытое перенаправление – разновидность фишинга, когда на поддельный сайт тебя направляет вирус или взломанная программа. Чтобы противодействовать мошенникам, следи за своим аккаунтом. При подозрении на взлом заблокируй аккаунт и сообщи об этом администраторам ресурса. Используй проверенные и безопасные сайты, в том числе интернет-магазинов. Проверяй адрес сайта. Используй функционал браузера «Избранное» и «Закладки», сложные и разные пароли. Если тебя взломали, предупреди знакомых о возможном спаме и фишинговых ссылках от твоего имени. Установи надежный пароль на мобильный телефон, чтобы в случае утери злоумышленники не получили доступ к твоим персональным данным. Не храни пароли в текстовом файле и браузере. Не переходи по сомнительным ссылкам. Не размещай излишнюю личную информацию в интернете. Вот такий в нас виходить сьогодні цей урок. Давайте будемо закольцовувати тему. Надаємо вам слово. Да, я бы хотел остановиться на нескольких моментах того урока, который мы сейчас просмотрели. Значит, в первом сюжете были показаны 10 самых опасных хакеров. Вот. Тем не менее, практика в нашей жизни такова, что хакеров значительно больше. Не все они настолько опасны, как 10 самых лучших, но берут не качеством, а количеством. Поэтому вот хотел бы остановиться на том моменте, который в просмотренном уроке обсуждался, что, пользуясь интернетом, получая все плюсы от работы в сети, получая полезную информацию, надо всегда помнить о том, что, как говорит народная мудрость, большой брат следит за тобой. То есть интернет является определенным средством слежения за человеком. И работая, получая информацию, отправляя какую-то информацию в сеть, вы оставляете свой след в этой сети. Соответственно, любой человек, который имеет соответствующую квалификацию, может получить ваш определенный цифровой портрет. И напрямую было указано, что современные работодатели уже активно пользуются тем, что, принимая человека на работу, просматривают его действия, его активность в интернете, получают о нем своеобразное впечатление и, соответственно, делают выводы, можно ли с ним иметь дело или нельзя. Вот. Правила работы безопасной в интернете достаточно просты. Многим они кажутся совершенно понятными, совершенно, скажем так, несложными. Тем не менее, многие, заигравшись, а основные пользователи интернета на сегодняшний момент – это молодежь, это учащиеся, это студенты, вот, которые не могут полностью проконтролировать свою жизнь. И иногда в пылу азарта они могут приступить определенную черту, и потом, к сожалению, приходится об определенных действиях своих долго-предолго сожалеть. А конкретнее? Ну, приводились примеры в уроке, значит, вы свою личную информацию сообщили кому-то, кто-то ее получил. И использовать ее можно совершенно во благо, этим занимаются, скажем, проверенные интернет-магазины, они набирают клиентскую базу, они вам потом предоставляют какую-то рекламу, которая может быть вам полезна, но точно ту же информацию, получив злоумышленники, могут ее использовать во вред вам, чтобы завладеть вашим имуществом. Скажем так, самый примитивный способ – это использовать ее для оскорбления, для передачи вашей личной информации каким-то недоброжелателям. Вот. Поэтому достаточно легко и просто. Нужно просто контролировать свою деятельность в сети интернет и получать все полезные вещи, всю полезную информацию, при этом стараясь, естественно,
не получить оттуда и все минусы, которые связаны с сетью. То есть изначально человек себя идентифицирует как высокоморальное, образованное существо и надеется на то, что по ту сторону экрана все представляются такими же, ну, это достаточно наивная позиция. То есть лучше надеяться на худшее и получить приятный сюрприз, чем наоборот. Вот. Поэтому я бы хотел призвать наших телезрителей. Значит, этот урок совершенно не является никаким секретом, никакой тайной. Он доступен на Ютубе, он по запросу в любой поисковой системе может быть получен. Вот. Кроме того, очень многие преподаватели, многие педагоги занимаются такой просветительской деятельностью и предоставляют свои советы, которые, может быть, немножко с другого ракурса показывают все аспекты работы в интернете. Тем не менее, прислушавшись к мнению опытных людей и выполняя их несложные рекомендации, их очень просто выполнять, они достаточно просты и легко исполнимы, можно обезопасить себя. В первую очередь, себя, своих родных, своих близких, то есть всех, кто связан с вами. И просто нужно молодежи, которая, может быть, не имеет большого жизненного опыта, вовремя внушить необходимость следить за своими действиями и, соответственно, чувствовать ответственность за близких и за себя. Владимир Ильич, вот от бывших полицейских не бывает. Вы же долгие годы носили и погоны, и оружие. Интернет, он в этом смысле может быть сравним с оружием, но оружие иногда, когда с ним плохо обращаются, оно обращается против владельца. Но там есть специальное устройство всегда, которое запирает его, если правильно с ним обращаться, он практически безопасен. Вот есть такое устройство, оружие под названием кибербезопасность. Кибербезопасность, да. Чтобы я вот взял его на предохранитель и всю. И знаю, что он ничего дурного не сделает. Кибербезопасность имеет две стороны, так сказать, этой медали. С одной стороны сидят сотрудники, которые занимаются информационной безопасностью, а с другой стороны находятся полицейские, которые, так сказать, противостоят конкретно, борются с киберпреступностью. Вот. Если было бы, так сказать, полное взаимодействие теми, кто защищает информацию, тех, кто борется с преступностью, да, то это было действительно запирающее устройство, хорошее. Но для того, чтобы усвоить все эти наши уроки, я думаю, что мы пойдем дальше, Ким Борисович, да, и мы постараемся на следующем нашей встрече провести урок по, так сказать, уловкам хакера с применением социальной инженерии. Это то, что больше всего, от чего больше всего страдают наши граждане и граждане всего мира, чем больше всего пользуются, так сказать, наши преступники, мошенники. Они используют это оружие, социальную инженерию. И мы уже не будем говорить, это можно, это нельзя, а мы покажем конкретно, что делают мошенники для того, чтобы завладеть какой-то определенной информацией, чтобы причинить материальный вред и гражданам, предприятиям, банкам. Вот, всем, кто имеет какие-то вклады, деньги и так далее. Ну, чисто правовой вопрос. Ну, человек залез ко мне в мои какие-то тайны, какие у меня тайны, ну, пошуровал там что-то. Он ведь не преступник, он же никакого вреда мне не нанес. Кто считается киберпреступником? Ну, с точки зрения права, да, преступление считается, так сказать, уже законченным с момента неофициального проникновения. Вот, допустим, в какую-то запрещенную сеть или в какой-то запрещенный сайт, или у вас личный аккаунт, да, вот с момента проникновения это считается оконченным составом преступления. Человек уже, кстати, вошел в квартиру, еще не успел. И что он там увидел? Я не шпион, у меня нет никаких особенных тайн. Ну, на здоровье погуляй. Значит, они не идут туда, где нет денег. Я вам скажу, это редкий случай, ну, вандалы есть такие, там, что занимаются уничтожением, а в основном киберпреступники идут к тем, у кого можно что-то получить, у кого что-то можно забрать, или это банки, или предприятия, или владельцы каких-то карточек с крупными суммами денег. То есть они напрасно никогда ничего не делают. Поэтому богатые тоже плачут. Да? Да. Лучший способ защитить себя от таких преступлений – не иметь денег. Не иметь денег. Храните деньги в сберегательном банке. Если они у вас есть. Или не иметь интернет. Но поскольку мы не можем, не имеем права отставать от научно-технического прогресса, а остановить его, по всей видимости, уже нельзя. Это как революция. Есть начало, нет конца.
То, конечно, я думаю, что наши уроки, за эти должен это признать, вдвойне, втройне полезны. Желательно, чтобы привлекать к этим урокам как можно большую аудиторию. Ну, итак, два слова. Мы встретимся в следующем уроке. Это будет где-то конец. Ну, по крайней мере, последняя декада октября где-то, наверное, да, надо, чтобы зрители следили за нашими выступлениями, будем анонсировать. И еще раз давайте повторим. Да, и кстати, если все-таки что-то произошло, куда им обращаться? Ну, киберполицию. Вот сквозь сон не разобрался, звонят из такого солидного банка, просят сообщить, он сквозь сон что-то сообщил, а утром... Посидел. Зачем же я это сделал? Ну, да. Во-первых, у каждого на карточке есть номер банка горячей линии. Не тот номер, который сообщает эти вот киберпреступники. Вот срочно позвоните на нашу горячую линию. А когда этот номер смотришь, он похож на этот банковский. Они повторяют первоначальные цифры, а три последние цифры это ихние. А нужно взять карточку, не полениться, посмотреть свою на карточке, вот туда позвонить и там уже это сказать, заблокировать. Счет. От, власне кажучи, на сьогодні все. Будь-який урок має свій початок і має кінець. Ми добігли вже кінця. Ми бажаємо вам усіляких гараздів, в тому рахунку і гараздів у напрямку не спілкування з кіберзлочинцями. Але якщо все ж таки так трапилось, то при будь-якому злочині ви маєте знати, чим раніше ви про це поставите питання, тим більше шансів буде і викрити злочинця, і повернути вам те, що ви втратили. Бувайте здоровенькі!